Либо Бишкеч показывает среди городов Крыма хороший пример по реконструкции медицинских учреждений. Будет ли продолжаться работа в этом направлении в следующем году? На следующий год мы, к сожалению, не планируем ничего, потому что из-за отсутствия денежных средств такие энергоемкие работы выполнить невозможно. Мы просим 500 тысяч гривен на строительство очистных сооружений для детской инфекционной больницы. Вот это вопрос, который необходимо решать. Дадим отдохнуть нашим предпринимателям, нашим предприятиям, потому что в течение последних 5 лет они все участвовали в благоустройстве, все участвовали в реконструкции. На сегодняшний день мы не планируем ремонт какого-либо учреждения или здравоохранения, или образования. Планируем деньги на ремонт кровель в управлении образования и здравоохранения и планируем косметический ремонт зданий и помещений. То ли это будет управление образования, то ли это будет управление здравоохранения, будем определяться в течение года.